пятницу, 15 мая, в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 20 градусов, ночью 9-13, выше 0. В Сызрани ясно, днем плюс 19 градусов, ночью плюс 13. Ветер юго-восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, без осадков. Днем плюс 18, ночью 12 градусов, выше 0. Западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь. Дневная температура 18 градусов тепла, ночью плюс 9. Ветер западного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.